Кстати, видел у Павла Кэша новое это видео вышло. Там что-то я живу не. Ну что, остановка. Куда ты? До банкомата. Почему бы Павлу Кэшу в Салам не приехать жить? Скрываться. Сколько будет стоить такси до аэропорта? По 300? До аэропорта? Да. Ну, 200 бат. Не знаю, сколько снимать. Опять же, не знаю, сколько свободного места будет в Гагре, чтобы, если оно будет, что-то докупить. А ты сувениров много набираешь? Не, я бы взял что-нибудь такое необычное. Например, вот этот вот сушеный дуриан. Где его кто-то может купить? 450. Где это купить? Не знаю. Это вот в этих туристических районах. Только разве что. Но мы, помнишь, с тобой шли, их прям кучами видели. Я тебе показываю. Вот он. В центре города. Снять бы лишнего. Я везде снимал, или дальше. Здесь. Давай. По 30 тысяч. Но они же тоже иногда вкуливают. И по 60 я видел Россия Airline билет. Смотря на какой день. Россия Airline, кстати, и есть Аэрофлот. На самом деле. Кстати, как-то еще попадают на бизнес-места, я слышал. Что покупают эконом-билет. А если она есть свободна, как там договариваются? Не-не-не. Есть. Оно там всегда свободно, но просто так договориться не получится. Ну, доплачивать и в этом. В этих адах прям предлагают доплатить перед этим. Она всегда русские эти авиакомпании в самом конце. В конце были. Трансайр раньше был в самом конце. Вот, да, за место него, вот Россия Airline, вот мы. А так оно и получается. Оно же это, Аэрофлот скупили. Трансайр. И вот они переименовали его. Сделали Победы и вот это Россия Airline. Тебя подруга-то не приехала? Я думаю, она хорошо. Видел такой обман, что доходишь и вроде, ну, даблы, к примеру. А где дабл? Такой буквы нет. А скрыты. Сейчас я тебе покажу. Линия. Он Сибирь Айлайн. И китайский сюда запихнули. Вот, Лех, видишь, даблы. С другой стороны. Подозрительно никого нет. Вот в аэропорту такие же цены, как в магазине. То есть вон 10 бат кола. Как же и в магазине. Но какие-то продукты дороже. Вон это мой чай на 2,50 бата дороже. Все в отличие от российского аэропорта, здесь можно по нормальным ценам напитки и перекусить. Family Mart. $12.50 стоит. А есть такие же напитки по 10 бат. Где уж телефон? Кола 10 бат стоит. Ну как? В окошечке. Попросил. Что там, по-русски говорят? Нет, тайц. Он говорит, ты хочешь сесть на большое место? Я говорю, хочу. Он говорит, доплачивай.
не хочу. Цены такие же, можно такие же треугольники, там по 27 бат продаются. Все, офигенно. Мне неожиданно появился аппетит. Кстати, видел, он там большая очередь. Он там была, как мы пошли. Это в Duty Free. Ой, не в Duty Free, а Tax Free. 2-3 фунт, вот точнее. Возврат этого. Так, ну, пойдем в Starbucks посмотрим. Тележку-то бросаю. И на второй этаж. Одевайся, Дай. А, кстати, почта. Если что-то не хватило веса, можешь сам себе отправить отсюда. Пойдем. На втором этаже Starbucks? Ну да, мы на четвертом. А, вниз там? Да. А ты не пропустишь вылет с этими Старбаксами? Прямом. Старбакс побьешь шейку и все. Вон народу-то сколько глядит. Миллион. Блин, что-то я и поесть захотел. Там ничего вкусного нет. Не, я прям это, типа Макдональдс его не прочь. Пошел на метро.